Я вон с папой разговариваю, он в Украине до сих пор 33-36 градусов. Говорит, все еще прячется от солнышка. Я здесь уже в толстовке хожу. Но сегодня сухо, без дождя. Когда дождь, то я уже спокойно ветровку одеваю, потому что прям такой ветерочек обдувает сильный. Здесь вообще в США я заметила, что очень сильные ветра. Из-за того, что, наверное, большие озера, мы где были, почти везде большие озера. В Эшленде большие озера, большое озеро. Поверните здесь направо на дорогу Хилкрест Драйв. Здесь большое озеро, в общем. Где ему так Дулус, тоже в Дулусе большое озеро. Ну, там одно озеро, он такое. Эшленд и Дулус, они все на одном озере находятся. Через полмили поверните направо на дорогу Копенхилл Драйв. Переднее стекло, солнышко светит, плохо видно. Вот через боковое снимать. Ага, через боковое тоже не очень. Ладно, пока выключаю тогда.